В связи с трагедией в торговом центре в Кемерово еженедельное заседание правительства Московской области было посвящено вопросам безопасности. По словам губернатора, каждый житель региона должен чувствовать себя защищенным. Вне зависимости, дома он находится, идет на работу, в магазин или в школу. На заседании правительства представили предварительный рейтинг безопасности муниципалитетов. Красногорск находится в середине списка. По данным главы городского округа, по итогам прошлого года отмечается снижение уровня преступности. В муниципалитете разработан целый комплекс мер. Уже работает информационная система анализа в реальном времени криминогенной обстановки. В наиболее уязвимых местах усиливаются наряды полиции. Отреагировала администрация и на события в Кемерово. Мы уже вчера провели оперативное совещание с участием прокуратуры, МЧС, Госпожнадзора и Управления внутренних дел. Приняли решение, начиная с завтрашнего дня, осуществить мероприятия и учения в крупнейших торговых центрах Красногорска, а их 25, и крупных жилых кварталах на предмет исправности систем пожарной безопасности, пожаротушения и пожарного оповещения. Бороться будут не только за пожарную безопасность, но и с кражами в торговых центрах. Так, в качестве меры администрация предложила увеличить количество камер видеонаблюдения. В рамках программы «Безопасный регион» их установлено больше 600. В этом году смонтируют еще 250. Также в торговых центрах установят кнопки экстренного вызова полиции.